предлагаю что даже слой тональник это ничем не поможет. Что ищешь? Хочешь возьми мой пенал с моими карандашами? Я не пойму, либо Люба тупит, либо почему уже минута прошла, а никто к нам не пришел. Люба! Кать! Не мучай кошку! Что ты мучаешь ее? Нет, Люба не тупит. Помучила немножко кошу. Не знаю. Валя какая-то. Валя. Валя? Валя. Валя? Ваня какая-то. Валя водолаз. Знакомая, да. Его? Да. Его помню. Я же думала, что вообще девочки тоже пришли. Потому что он белый. Потому что он мог. Почему, я не знаю, но у меня вечная проблема с красным. Вот он не красный, подожди, у меня его нет. Стой, сейчас проверим, красный это или нет. У меня есть красный. Ладно. Вот так вот. Если у вас беспорядок, если у вас беспорядок, да, вы забите, что она вам все сделает. И раскрасить, и сушить. Так. Инстаграм тупит, эфир не зашел. Здесь эфир не зашел. Короче, пипец. После того, как у нас было 1000 просмотров, я, знаешь, для меня уже обидка, когда 1, 2, 3 человека такая, блин, что за хрень. У меня оранжевых дохренища. У меня практически все оранжевые. Спасибо. И найдет вам какой-то карандаш, но при этом наведет беспорядок. Нет, я все. Ты знаешь. Да. Саш, привет! Как она? Какой-то. Саш, привет! Мы творчерим! А ну! Она мне в блокноте, я у нее. Я себе разговариваю, что Джанна Беска. Смотри, я уже заново писала. Там лампа так светится. Я тебе подарила. Раскрасила. Да. Саша, тоже я такую хочу. Да. Саш, позови еще кого-то, что людей вообще нет. Сейчас, смотри, все, что кто-то в том лице. Не
короче, завела трансляцию на Инстаграме. Нет, сначала ВК. Сначала ВК, но там потом я решила на, в Инстаграме. Завела. У Кати даже не показывала, что у меня идет трансляция. Вообще, никто не приходил, не показывал, получается, никому, что она у меня идет. Я такая, зашибись, вернулась обратно в ВК. Саш, ты будешь брать Соню или мне ее? Короче, Соньку не будут забирать, поэтому, если хочешь, можешь забрать ее. Только давай не к нашим одноклассникам, пожалуйста. Они меня бесят. Да? Да. Ее не надо. Ее никто, типа, не хочет забирать. Мама говорит, типа, давай ее отдадим. Я говорю, ну что? Дети, ты себя отразляешь. Я думала, что она, типа, зафиксирует, что я сказала, нет, плохо. Она не дает просто. Я, типа, хотела... У нее такой дарственный голос. Тихо. Я хочу котят. Я да. Вот. Она меня дует, потому что я вчера обгорела сильно. Сильно мне. Я даже нормально не могу лежать. Он если подушечку подложила, чтобы мне не так было. Мне очень жарко. Шум ветра. Не ветри. Не важно. Подержи. Соня, ты еще котят. А, вот. Саша, вот и она как раз. Она не хочет. Саша, она не хочет к тебе. Ко мне. Смотри. Ну, будем с тобой каждый месяц. В смысле, не месяц. Отдай. Да то вдруг ее Саша заберет, поэтому мне надо с ней быть как можно. Она не срежет, как котята. Да. Возьми. Санька, иди ко мне, иди к маменьке. Ула. Какая ты ее? Не знаю. Третья или четвертая там. Она много домов поменяла. Сонечка моя. Зоечка. Моя кокуди. Все, я расскажу. Саша пишет, мне придется отказаться от хомяка, чтобы взять Сонечку. Ну, Санечка, аж лучше, у вас будут котята. Миленькая. Миленькая. Вы дадите мне одного. Не. Вместо Соньки другую девоньку. Да не сожрут они. У меня Тамерлан и у меня тогда какой кот? Сёма, по-моему. Да, Семёнова звали. Тамерлан и Сёма было, и у меня было два хомячка. Они вообще внимания не обращали на хомяка. Знаешь? Тамерлан, Дарина, у Саши может быть все, поверь. Ладно. Что? Джесси как птичку видит, в обморок падает. Класс. Ну я маме скажу. Дам как получится, окей. Хочу ее давать, я к ней уже привязалась. Ничего. Где Катя? Хорошо, и Катя. Хорошо. Что он мне даст? Она пишет, как у нее будут котятки, она мне даст. А мне? Пойдешь. Два метра, типа 2 метра карандаш. Наверное. В смысле? Она такая, если я еще отдам. Конечно, отдашь, Саш. Сонька мне отдаст. Да, да, моя тюренька. У меня так все болит. Так все. Волосами прячу обгоревшую. Нет. Нет у нее паспорта. А может и есть. Хрен его знает. Надо спросить будет. Зачем тебе паспорт? Саш, ну я по-другому не могу. Без ветра. У нас ветер, Саш, в доме. У нас
Да ведь ветрено. Ветер. Ты понимаешь, я обгорела. Я не могу вообще никак находиться ни на солнце, ни в жаре. Я жарца начинаю. Жарница. На, держи телефон, чтобы меньше слышала свет. Я буду разговаривать. Зачем помыть? Зачем помыть? Что простыть? Я бы серединки раскрасила. Или вот этим. У тебя два желтых. У меня? Вот, думай, желтый, оказывается. Да? Да. Ты забери. Ой, упала. Вот это, наверное, мой потише. Зайчик. Где она? Кристинка, привет! Какая? Джон, Кристина, привет! Я сильно обгорела, Кристин. Спаси меня. Пожалуйста. Валера, Валерский. Ни хрена себе. Не, я себя показывать тут не буду. Здесь очень-очень... Сторонние люди. Да. Ну, хотя бы кто-то на меня, а не на подушку, мы и диван. Творчерим. Да мне надо творчерить. Творчерим. Творчерим. Я гоблин. Он мне хэштег для Инстаграма придумал. И название для трансляции. Он просто боженька вообще. Боженька мысли. Я забыла, что надо делать. Раскрашивать, Дарин. Серединки фломастером. Да я уже раскрасила. Ну, особенно в этом так серединка выделяется. Я тебе говорю. Знаешь, такой темный жёлтый. Ну, конечно, мне, а кому же? В смысле, кого себя, меня? Да. Нет. Ну, ладно. Что? Показала. Мы тоже, тоже скучаем. Где? И я скучаю. Да. Я жду, когда ты уже при... Кто там? Я уже не болею. А я еще боюсь. Я, кстати, на ингаляцию хожу в больницу. А вы, ты болеешь? Дарина обгорела. Ты кашляешь еще? Да? Ну так, приступами редко. Не, я тоже приступами, но я хожу на ингаляцию, мне уже стало легче, мне еще 2 дня надо ходить. Завтра и послезавтра. Вот. А потом, если мне не поможет, буду пить таблеточки. Горькие и невкусные. Фу. 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 Что это? Как развлекаются люди. О! Я просто полчаса понимала, пыталась понять, что это за узорина. Узорина. Именно узорина. Лиза, привет. Лиза, привет. Мы не посмотрели твой фильм. Печалька, потому что. Мы смотрели другой. Кого мы смотрели? «Нервы на пределе». «Нервы на пределе». Очень классный фильм. Там очень красивый мальчик просто снимает. Поэтому он и классный. Скрипач. Как она его называет? Я откуда знаю? Нет, когда я это спросила. Типа, с кем ты была? Ой, блин. Типа, как она его описывала? По-моему, непринужденно сексапильный. Угу. По-моему, непринужденно. А, отчаянно. Угу. Отчаянно сексапильный мальчик там снимается очень. Он играет на скрипке. Мне Шофи. А. Саш, я не Шофи, не имбирь не ела, прости, я не понимаю, о чем ты. Мне Шофи прописывали, он был вкусом, как имбирь. Извини, но я не ела ни то, ни другое. Ты не ела имбирь, ты больная, ты ела. В суши вот этот розовенький красненький. Дебил. Я забыла, что это. Я что-то продумала про финики. Они названиями похожи. Не, ну реально. Очень похоже название. А я сегодня блинчики сама сделала. Ой, надо пойти блинчики поесть. Вон он. Вон он, один. Где он? Я даже встал. А я вчера пельмени лепила. Сунька моя, колбаска жирная. На мафафоне. Боже, как сложно ходить. Кто с нами? С нами Лиза, Саша.
Ой, скажи, едой запахло. Лида, я тортик готовила. Молодец. Саша, торт хочу. С чем тортик? Блины! Блин, у нас не мельница. Я не буду кушать в кадре. Кушай ты. Можно на мою маечку хотя бы, я не знаю, блинчик? Не, ну блин, тут после Сони апокалипсис. Блин, прям на раскраску Сашину. Мы творчим в раскрасках. Ой. Это раскраска, которую мне дарила Саша. Блин, где раскраска? Моя. Можно? А ну, дай. А это раскраска, которую мне дарила Дарина. Сейчас. А это раскраска, которую я сама себе купила. Подарила. С клубничкой. Ну, купила сама, а деньги дали родителям. Еще не зарабатывала. Ну что мне? Слушай, тебе тоже вообще-то дают деньги родители. Всем дают деньги родители. Я зарабатываю. На чем? На блинчиков? Почем блинчик? 50 рублей. Я уже сегодня откупилась, я тебе мороженое купила. Блинчик 1,50 рублей. Вот это да. Ребят, скидки, распродажа. Разбираем, пока горячее. Кстати, мы уже остыли. Надо есть. Клубнички тоже. Я варенье захотела. Блин, не люблю, когда другие едят в кадре, а когда я тоже не люблю. Поэтому я сейчас не буду себя показывать, Дарин, жить ты в кадре. Я лучше блинчик сама приготовлю, чем куплю. Ну, если да. Саша, для хочешь... тебя будет акция 5%. 49 рублей. 99 копеек. Как 40%? Учитесь, ребята, мы математики. У нас по алгебре 5. Как ни странно. Дарин, ты можешь отравить. Жень, а как? Блинчиками. Она тебе не доверяет, она говорит, что ты можешь отравить. Блин! Что? Ты можешь отравить? Кого? Вот! Я сегодня ей говорила, что она что-то странное в блины добавила. Она добавила сюда яйца для красителя, чтобы они более желтые вот были. Вот так вот, значит, да, Саша? Все, я обидела. Теперь мне будут по 51 рубль продавать блинчики. Даже по 52. Но это была скидка 20%, ребят, сори. Вот кому больше всего нравятся мои блинчики, так это Соня. А тебе не нравится, да? Я тебя поняла. Не жужжи. Рот закрой. У меня теперь другой. Сейчас перестанет еще мне тут работать, не надо. А у тебя там другой есть. Уже увидела. Ладно. Я же рыбок съела. А это тебе маме, да. Скажу, мам, он сильнее дует. Ой, мама, как спит. Ой, он сломался. Мама, прости. Мам, я поняла. Нет, она его включит и скажет, мам, ты сломала вентилятор, как ты посмела? Да ты серьезно? Ну, возьми. Я тоже. Я кушаю, например. Я скушаю. Полное лицо в кадре, вы больше этого никогда... Ребят, подписывайтесь на мой инстаграм. Дарина 438. Это вообще-то ты, а не я. А я котенок 312. Саш, что ты не подписана на мой инстаграм? Я не понял, что за дела. Главное, я на нее подписалась, а она на меня нет. По-моему, если не ошибаюсь. По улице. Но его здесь поставлю. Оно выглядит как рагу. Это алыча, по-моему. Крутой для варенчика. Соня! Вот тебе, слепая дура! Саша, подходите друг к другу. Уже мне. Вот с этими животными грязь поешь. Еще. Нет, не так надо давать. Тим, проси. Еще одной, дай, господи, обжоры.
У меня там маникюр. Ай. У меня обгорелая нога. Блин, я не умею так натягивать носочек. Как? Так, видишь, у тебя тут косточка. Зато это на ровной ноге, когда не натянут, то некрасиво выглядит. А, тогда нормально. Это у тебя такое... Нет, да, я просто... Но когда ты натягиваешь, выглядит, как будто у тебя подъем большой. А выровняй. Выровняй лапу. Вот так. Ну, просто расслабь. А так, видишь, она как косточка чуть убирает, такое строение ноги. Да блин, что с ней? Она пьяная сегодня. Их надо отремонтировать. Так, пол лица. Ешь. Валь, ты кто? Я давно хотела задать тебе этот вопрос. Я тебя знаю? Если что, то я Катя. Кто не знал. Ну, кто? Валя. Кстати, Володьский ушел, потому что он ты, тварь. Дебил. Любя. Вайти, Маша? Я не могу сложить. Блинчик. Саша, что ты сейчас делаешь? Саша! Что она делает? Смотри, Соню. Она пишет ВЕТЕР! Блин. Ну что, это тебе метка? Что она пишет? Я надуваю матрас. Ртом? Немножко, да. Так... Все сразу. У меня смелась. Саш, знаешь песню? У нас новый чили. Дайте мне картошку фри. Раз, два, три. Лови. Она купаться пойдет. Чтоб ты Нет, Саш, это сильно жесткое наказание. Шучу. Забирай Соню. На. Это ты выглядела. Ты слышала, как она мертела? Мертела. Мертела. Можно с тобой делать со Соней, а потом с ним у себя? Потом. Я придумала, как сделать. Ой! Как Тём на обгорелую часть. Фу. Соня, я тебя убью. Ловишь? Ну лови. Ветер! Заметно, да, как я обгорела? Ваня, самое вкусное тебе дала. Тебе не спинь вообще, а? Ты как тебя ведешь? Ты. В смысле не вылажим? Я вчера выложила. Кого? Катя в Инстаграм постоянно вылаживает. Кого? Фотки, Кать, фотки! А! Логично. Дайте мне картошку фри. Раз, два. Дай мне, блин, сидит, топчет. Уже непонятно, как обличи. Дай мне! Это третий. На, это тебе. А будешь, чтобы твоей маме сердечко подарили? Ага. Только мама его не съела, потому что она не любит. И смешариком. Да блин, ну что ты мне все время даешь? Там ветер. Саша, а что ты в инсте не сидишь? Ветер. Она сидит в инсте. Она написала, не сижу. Ля, Соня. Вай-фая у меня нет. Ты не... Саша, вообще-то с компьютера тоже можно сидеть в инстаграме. Я сижу. Это за кадры? Соня. Алло. Я не помню пароль. Как жрет Соня. Обгорела, сволочь. Не жрите. Она умеет просить тебя подниматься на задницу? Нет. А мы ее сейчас будем. Ой, Соня такая милая. Ты что, как она хрюкнула?
Что, сопли гайморит, да? Откачивать будем? Что-то я тебя спросить хотела. Это Эми, та же Ева, у нее два имени. Эми и Ева. Я за шарик, не за ноги, не переживай, Саш. Я же говорю, типа, на жарик. Получается, Катя, одной ногой. Это Эми, та же Ева. Получается, ногами, типа. Только вы не думайте, я не за ноги, я за шарик. Саша такая, я уже думала, что Дарина ку-ку. Че, у меня Джордж и Пеппа. Ноги? Да. А у меня будет... Вот, снимай на момент. Потому что я учила муставатая. Че ты меня не снимаешь? Не, уже не снимала. Смотри. Мучает кота. А я же сижу. Да лапни сразу пожрать. Ладно, на. Да, что, иди хочешь мультики, да? Шумеешь. Кать, смотри, шарик лопнет. Он не лопнет, он упругий. Ой, ну блин. Ты же мне специально отвлекла? Настроение? У нас пипец как жарко. Просто очень жарко. Жара! На столе. Сейчас я покажу, как нас жарко. Предельно ясно и понятно. Видишь? Ой, там точки что-то зашли. Ну и хорошо. Еще тоненький, маленький. Саш, смотри на Луганский, запоминай вот таким. Дарина еще машет такой хренью. Она плохо помогает. Ну ладно. Ты, кстати, ноги уже красные. Саша, ты пишет, ты мне сейчас в окно выбросишь, да? А тебе будет. А ну дай ноги. Выпрями. Больная в школе. Тебе так не болен? У тебя вот тут вот уже не красное. И посмотри на меня. Лицо уже не красное, уже коричневое. А спина? И спина уже не совсем красная. Вот тут у тебя уже коричневое начинает перерастать. Там болит все очень. Нет. Вот ты еще хочешь аппетита? Но никто нам приятного аппетита не пожелал. Какие твари. Не-не-не, это не надо. Вы все блины сожрали? Давай, проси. Я как перчик. Алло. Давай запрыгивай на лапу, на мою лапу. Кстати, я когда приеду, сделаю для вас сюрприз. Саша пишет. Саш, приезжай быстрее. Два раза можно залито приедь. Мне эта камера плохая. Ой, еще хуже. На голове, черт знает что. Боиня. Типа. Соня, куда за блинами пошла? Она у нас обжорка маленькая. Доигралась? Не буду я больше тебя учить. Ты его учила? Да. Он этого не любит. Колесосить я его учила. Ты чувствуешь, когда у Сони глаза больше, чем у Саши?
Да что ты такая бешеная, бе? Сиди на месте. Что у тебя кота? Она меня любит. По горелому проведу когтями. У тебя, Дарин. Соня, фу! Я не чувствую ничего. Сонь, покажи свои ласки. Меньше. Это было такой опоротый взгляд. Блин, ты что вообще? А я вентилятор сгоняю. На меня, да? Классно, чё? Соня решила... Почувствуй. Освоилась, знаешь? Время атаки. Я смотрю, ну что-то... Одного раза. Ну что ты веселый? Ветерок! Не важно. Фу, держи. Держи. Держу. Такой. Ай. Ай. Ой, ой, ой. Как у меня болит спина. Кто что? Катя? Катя! Это было так красиво. Нам надо ку-ку. Ку-ку. Нам надо с тобой вот так вот селфачок делать. И тут Сонька. В Инстаграм. И ты будешь драть Соньку. И написать типа, сегодня мы с Дариной. Мучили Соню. Да, а ты творчили Лили. Творчили. Творчили Лили. Соня. Как? Он остался один блинчик. Он пойдет на учение Сонечки. Нет. Соня один уже... Один блинчик, самый первый, дорогой, без сахара. Саш, сначала 52 рубля. Что напишет? Дайте мне блинчик. Саш, 54 рубля. В смысле, мы же по 52 и продавали. За 54. Соня, ты блин! Да, конечно, только после тебя. Что напишет? Уйдите в задницу. Лишняя информация. Мы любим друг друга. Мы поженимся. Нет, мы не поженимся. Мне бесплатно, да, конечно. Соня! Соня! Моя Сонька, моя обзора, моя толстая девочка. Теперь именно когда будешь? Дарин, положите туда грибочков, соуса, мяско, я куплю. Лёня, к нам пришла! Лёня. Лёнечка, Лёнечка. Мы творчим. Творчерлим, творчерлим. Вот это моя лазука. Ой, сейчас. Сейчас будет видеообзор. Вот это моя закладка. Мы сегодня... Давай ней... видеообзор на своей трансляции. Блин. Когда ты немножко жадина. Смотри, какая немножко. У нас девочка. Это Фоня. У нее чуть-чуть упоротый взгляд, но а так все нормально. В смысле? Что? Она уезжает сейчас в станицу. В смысле? В смысле? В смысле? А ты как? Надолго? Ты к Алине? 8 часов, 3. Нет, она 15, 17, по-моему, уезжает. Ну да, один день по делам. Фу, блин, ты так не пугай. Не знаешь, сколько Алина будет? Она там будет у Алины пока... Неделю, по-моему, она говорила. А потом Алина едет сюда, у нее родители уезжают отдыхать, и если они не приедут до конца августа, Алина у нее будет до конца августа. Здесь же, да. А мы будем дальше? Не к Алине, она 14-го приезжает. Она к тебе? Но у тебя до августа конца будет. Если родители не приедут, то да.
меня так все болит, Лёнь, ты просто не представляешь. Ты... Она обгорела. Просто. Она знает. Это жопа. Особенно плечи не так сильно болят. И он бретельки посмотрел, сказал, что это жопа реальная. Красное все. Она хочет спать. Привет. Он так вибрирует, и вентилятор так жужжит. Они вместе так классно смотрятся. Лёнь, купи мне крем для... от загара, чтоб я не помазалась, и он ушел, чтоб я не страдала. Кстати, мы продаем блинчики. Хочешь блинчик за 49 рублей? 49 рублей, 99 копеек. Это скидка 40%. А вообще он 150. А для Саши 54. Это скидка 20%. Что она сказала? Ничего, она мне пишет, что он тебе уже не поможет. Это сметанки. Хорошие же прям. Ты женщина не так. Она пытается убежать потихоньку. Сонечка, не все. Фу-фу-фу, да? Что я с вами разговариваю? Что ты так брыкаешься? Дари. А. Что? Скорее, Дарина, глянь. Ты видела ее взгляд? Такая, знаешь, что? Ты видела ее взгляд? Упоротый взгляд Санечки. Читала, что я 6 июля приезжаю. 6 июля уже? Ой, блин, Соня. Она блины тырит. Соня, ты не будешь некрасивая. Ты жирная. Как вы? Я. Я буду, наверное. Саша. Наверное, а чё так рано? Ты хотела попозже? А ты еще сколько ты там? Давай, Лянечка, отдыхай. Ой, отдыхай. Поезжай, удачно тебе дороги, чтобы там мало было людей, мало было очереди. У меня обгорело плечо, ты ложь голову свою. Ну, сори, слушай. А что ты, Аша, хотела спросить? Саша! Саш. А что так рано, ты же в августе приезжала. Сколько ты там, 2 недели ты там была всего? Ну, в Ростове. Ну, вот. У меня есть идея, как нам повеселиться, но это потом, после трансляции, чтобы никто не видел. Будем качаться. Сама покачаешься, ок? Да не, мне нельзя. Я меньше джинчиков съела, чем ты. Я 3 съела. Я тоже. Ну вот и все. А до этого ты еще 1 съела, я 2. Ну тоже, так что все. Ну уже перевернулись. Я вчера купалась и скинула много веса. Угу. Чуть-чуть ручки хотела подкачать, но все время плавала на спине и на животе. Так, Александра Бойко. Блин, еще рано, так что еще... Сиди здесь. Будь здесь. Не шевелись. Смотри на него, смотри на меня, смотри на него, смотри на нас него. И слушай. Смотри на него и слушай на меня. Смотри на нас. Смотри сейчас его и слушай на меня. Дайте. Смотри день. На нас. Все запоминаю. Подписывайтесь на мой инстаграм.
Инстаграм Дарина 438. Реклама бесплатно. Давайте. Котенок 312. Реклама. У меня новая фоточка. Тихо. Реклама в прямом эфире. Новые фотки, как ты. 50 рублей. Ничего себе. Это. 50 голосов. Да. Ну как, мы с математикой дружим. Один голос 7 рублей. Я знаю. А теперь. 50 голосов. 50 голосов. Так это дешевле, это же скидка, алло. Наоборот, если 50 рублей, то это 50. Мне будет 50 голосов, это будет меньше. Меньше рублей. Меньше голосов. Да. Меньше 50 голосов. Смотри, ты говоришь реклама 50 рублей. Я говорю 50 голосов. 50 голосов меньше, чем 50 рублей по стоимости в рублях. Нет. Один голос 7 рублей. Ну? 1 умножь на 50. Ой, 7 умножь на 50. Вот сравним, 50 голосов или 50 рублей будет дешевле. 7 умножь на 50. Это будет столько стоить 50 голосов. Еще что-то мне пыталась доказать. Молодец. А что они там меня запутали? Сама себя запутала. Ну а что, ничего они не сделали? Один голос, один рубль. Зачем меня? Ну тогда было бы одинаково. Они меньше. Ну почти. 350 троечку. На 300 рублей. Кто здесь? Саша, Лёня, Карина. Даже не знаю. Евгений, Варя, Ваня. Ваня, Валь, ты кто? Я давно хотела это спросить. Ты уже спрашивала. Кто это? Ой. Карина. Дарина посмотрела фотку в инсте. Я вам хочу набрать, но как тебе говорить надо? Что? Что? Я вам хочу набрать, но Катя поговорить на, надо. На телефон! Со второго раза так и поняли, почему. Она все-таки стырит эти блины, Соня! Мне на людям в таком случае мне нужна зарядочка, а то у меня как бы 7%, особо не помню. Звони. А это я аквариум помыла! А что с камерой? Блин, ее надо протереть. Соня, давай ты не будешь эти точкой свои поворачивать. Это мои рыбки, я у них сегодня аквариум мыла. Подчиненные, да? Они мне моют аквариум. Они мне засирают аквариум. Лёня ушла. Лёня, ты чё? Наверное, звонит к нам. А, сейчас, Евгений. Вот тут. А чё на Волнухина там? Почему там хорошо? Почему там? Там водичка тёплая. Там, там тенечки есть? Там. Едем. Там не обгоришь, как я. На стуколке. Она не может, мне ты на звено. Да потому что там ты сейчас гальмо какое-то. Ветер! Звони, я вот звоню. Отличная вода. Где? А чё там пляжа нет? Там есть нормальный пляж? Там глубоко, там. Там глубоко? И тенек есть. А там глубоко? Аквариум, держи телефон. Очень глубокая пляж есть с песком. Нет, у меня старый телефон. У меня новый телефон будет в декабре. Это мои джинсы новые. Так, очень глубоко. А что там так много прыгают? Там только в основном все прыгают, да? Я так понимаю. Что с голосом? Голос в хлам. А там это... Все прыгают в основном, да.
Алло, да. Да, я вообще, я такая... Понимаешь, вижу, она такая, Катя показывает, такая... Типа не заметила. Я вообще такая, что, что ты здесь делаешь? Все, прости. Сейчас, подожди, а вода там чистая? Продолжай. Алло. Давай, удачки, тебе там хорошо доехать. Нормально, как бы с моего позвонила, поговорила. Давай, пока. Удачки. Людей много было. Муляку подняли. Вот тварь. А что она говорила? Ну, я поняла, и что, и все. Да. Ты что, она негативно отрицалась или как? Нет. А потом, а это, этого самого, что еще там спросить? Ну, прыгают там в основном такие уже, постарше, да? Или тоже, типа, на возраста прыгают. Хотя я видела там в начале видео, пацан малой прыгал. Ну что, я фоткаюсь на телефон, Саш. Как обычно, на Любочку мою. Саш, ты меня подписалась или как? Все видео можно снимать. Этот свет есть, камера нормальная. Фон подработаем, да? Да. Фон... Ты все равно голову его закрываешь. Он будет тебя посадить. Мы тут делаем. Все прыгают, и старый, и молодой. Катя, она раскрылась. Да. Блин, ее здесь нет. Это моя или твоя упала? Моя. Ну, пуфик. Я потом подниму, можно? А там умереть можно, разбиться? Можно. Ну, если ты неправильно упадешь, полюбасу ты разобьешь. Ну, не полюбасу, а можно как бы так неправильно упасть и разбить. Дарин, ты что красная стала? Покраснела. А туда далеко ехать? Сколько туда по времени примерно ехать? Саш, откуда? Подпишись. Что происходит? Блин, мне такая муж сдобала. В смысле, его ж не было здесь. Что за болезнь? Все прыгают, старые и молодые. Ладно. Так, говорят, не знаю, правда или нет. Пипец. Не хочешь песенку включить? Ну, не надо. Ты свечек. Свечек человеческих, в смысле? Зачем там свечки человеческие? Что за свечки? Трупы. Класс. А что у них не достает? Потому что не могут найти. На дне? Походу, если я туда поеду, мои страхи сбудутся. Что мне за ногу схватит? Не, падаешь, ну. А что? А кто это? Это Евгений Никитин, он снимал «Краски лета», то, что у меня видео, что я вам скидывала потом «Краски лета», и он типа видеоблогер, я вчера видела у него видео, какое-какое, Волнухина, вот спрашиваю. Ты с ним общаешься? Нет. Сейчас да. Логично. А что еще? А там есть какие-то магазинчики, что-то типа баров каких-то, что-то типа, чтобы там купить, выпить, что-то? Водички. Вкусненькой. Вот этот Инстаграм мне, наверное, бесит больше всех. Нет, только стоянка. Фу. Что, Соня? Нет, только стоянка. Я думала, фу. Я уже думала, что Сонечка. Жалко. А поблизости нигде нет магазинчиков? О, Господи. Плюсик. Так как еще стала, вывернулась, охренеть. Только на машине, если. Черные глаза. Дарин, что это за танец бровей? Можно обзор? Нет. Блин, Саша, подпиши.
Сейчас, что еще спросить про Волнухина? Ой, холодно, там тепло, водичка. Ну, вода, да, там нормальная. Да блин, ты что, уже спросила за это? Так, много людей, пляжа там, по-моему, нету, да? А пляж есть. Есть? А, есть там какие-то кафешки, Wi-Fi? Да я уже спросила. Вот что еще хотела спросить. Какой фильм посоветуешь посмотреть? «Нервы на пределе». Это фильм про мальчика, который играет на скрипке, девочка, которая занимается балетом, и она приехала в школу учиться, в институт, и, ну, я не знаю, институт, школа, что там. Это мальчик идеальный секс. Тихо. Он говорит, ну это мальчик спрашивает. Но он мне нравится. Мальчик тот, который в фильме. Там девочки тоже красивенькие есть. Ну, та... Таша блондинка мне не нравится, которая с ним. Тихо. И, та, и потом у них будет конкурс, и они будут к нему готовиться. Ну, там, да уйди ты с кадра. Ну, прикольно. Фирм не... Фирм. Фирм. Нервы на пределе. Что, когда осознала, что неправильно сказала, через 5 секунд. Не сразу. Нервы на пределе. Мне нравится. Такая фирм. Еще можно посмотреть... Зеленая миля. Босс-молокосос. Я не знаю тогда что. Голодные игры. Зомби, зомби тоже посмотрел. Вода, кучитесь под кадром. Еще, если зомби, можешь посмотреть сериал. Я зомби, можешь посмотреть. Их там много? Посмотрим. Вас там много? В кино сходим. Ты где живешь? А-а-а. Ты не в моей мире живешь? Не в этой жизни. Мальчик, сори, да. В каком городе ты живешь? Или в селе? Хотя бы в стране. Республики. Подожди, я еще не спросила, он ушел или нет? Нет. Продолжаем, Евгений. Ша-ша-ша-ша-ша. Я был первый раз на Волнухина. Может, там есть где-то поблизости магазин? Пофиг. Человек а там... так долго писал. Ты думала, что он пропал? Еще? А там, типа, мне рассказывали, что там идет ровно-ровно-ровно, а потом резко бф, и глубоко. Обрыв. Так? Или там ровно, и потом так, потихонечку. Скошено. Или... Кто лайкнул? Владимира. Кр. Кр. Жужнева. Да я знаю. В смысле? Ну, типа, ты, или ты. Думаю, есть по-всякому. Смотря где зайти в воду. Угу. Что бы еще спросить? В основном резкий. Это как... На стуколке есть в одном месте яма. Я всегда на эту яму попадала. Да что в 11-й, что там, Дарин? Это просто суждено. В 11-й, короче, у нас на уличке есть яма в поле, и она туда постоянно падает. И подворачиваю ногу. Мы сейчас будем творчерить. А еще... Что еще про Волнухина? А сколько туда ехать, ты мне не сказала? Смотря откуда, Дарин? Он в Луга... С Комброда. Надеюсь, он... Седьмой улицы, если что. Да не, не надо. Просто с Комброда. Хорошо, с парка 1 мая туда сколько? Смотря с какой скорости. С любой. 60 км в час. Да, 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 примерно хоть скажи. С любой скорости. Минут 30-40. Со скоростью автобуса Богданчика. А в смысле Богданчик? В смысле, что десятка. Это Богданчики называют. Раньше желтенькие только ездили, их было очень много. 5 штучек для длиной весь город. На машине 30-40 минут. На Богданчике, значит, час 10. Так. А на Волнухина... Отдай. Хорошо? Отдай. Да я потворчерю. Потворчерю. Маленькую и желтую. Короче, кидайся. Маленькую, желтую материалы. Дороги плохие. Давай
все карандаши сюда будем рисовать. Мы будем квартирить. Так, и можно бы и быстрее. О, сейчас. Я тебе дам все. Хорошо. Вот все, что у нас есть желтое. Можно да, как... да. Можно положить, кстати, такой за так желтым. Не желтым. Пора выложить, простите. А там только тебя. Да закрой рот. Да? Да, на Соне. Ты так мало говоришь, что мне не могу ничего сказать. А ты в курсе, что всю трансляцию вообще-то ты говоришь? Я пошутила. Не закрывай рот. Сонечка. А там на Волнухина. Думаю, просто что бы еще спросить. Ну а вообще там, где прыгают, там, где уже глубоко, там чистая вода? Или тоже все на Поломутино? Аду! Иди в аду! Он просто написал хороший комментарий. Кристаллическая. Я так понимаю... Когда ты... О, вот вопрос. Когда ты снимал... Нос. Нет, сейчас. Видео. Свое. Там, где люди плавали. Эта вода уже была на Баламутино или чистая? Больно, все тело болит. Сильно грязная. Это она была уже сильно грязная, когда снимал? Я думала, это она была чистая. В час пик. Когда там не час пик, чтобы была кристально чистая вода? А на что ты снимаешь? Ты туда залезешь, и не будет она кристально чистая. Я прыгну, и все. Наверное. А что я спрашивала? А, на что ты снимаешь? Иди, потом я буду рассказывать. Ты будешь вообще рассказывать? Да. Дай мою раскраску, где надо только два карандаша. С этими двумя карандашами. Евгений, на что ты снимаешь? Вот это? Нет. Сейчас я вернусь. А здесь синий? Он был на моей разукрашке, когда я приехал. Где-то здесь. По-моему, упала моя стружинка. Нет. В моей бирюзовые. Ты в своей стружила красный. А в моей бирюзовой, которая... У меня здесь. Что здесь? На, написано 29. Где? Вот здесь было написано, значит, и мои уровни. Вон. Ага. Он написал, как называется камера, а я ничего не понимаю. Низ? Нет. Вверх? А, вон вверх. Вот моя. На ней написано. Черным. Я ж всегда ее и отличаю. С вами будет служить? Угадай, кого первым набью. А что она не будет служить? Она не будет служить, а потом случится. Загугли? Ну хорошо, загугли. Где это, мать твою, карандаш? Синенький, ну что, не помню. Там только один такого цвета? А, вот. О, зеленый начался. Дебил. Тебе нужен этот карандаш? Да.
Загуглю потом. А это ты с красками или это было с такой большой штукой, что-то она тут, и ты вот так ее держишь, и вот так как-то... Ну, короче, я мастер объяснений. Да-да. У меня заканчивается карандаш, и мне еще надо вот это вот все разукрасить. Ты любой бредов. Такое бывает? Ты, я пока посижу, пока... О, у меня карандаш упал. Блин, уже эти плавали. Я покрываю. Нет, у нас свет не отключали. Извиняюсь. О, отойди. Так. МТС плохо. Плохо очень МТС работает. Я практически никакой дозвониться не могу. Так, Дарина, прочитала уже? Нет, МТС не работает. Евгения, это был не ты. Ну ладно. Ну, не совсем не работает. Ну, такое. Он, ну, работает, но проблематично. Читала в интернете, что это вышка какая-то сломалась. Где-то. Мы так и не досмотрели фильм. А там начинается самое интересное. Я знаю. Ты у меня до скольки? До 5. А что тут? Ну, ладно, скажи. Не, я могу до 6 отрастить, а там до 7. Ну, хорошо. Я, короче, Симса вчера... Нет, вчера, дня 3 назад сдала. Опять новых персонажей, как обычно. Может, в этот раз тебе покажу все-таки этот дом дебильный. Запусти сейчас Симси. Окей. Сейчас будет мастер-класс, как тупит мой компьютер. Кто переустанавливает бесплатно 10-ю винту на 10-ю на 10-ю? Чё никто не пишет? А чё 3 человека? А, Карин. Что тебе писать? Как дела? Что делаешь? Кай, помогай. Что творчеришь? Что творчеришь? Рисуешь? Как там... Для тех, кто не поймёт. Как там дела? Как там Катя? Как там сидится? Как погода, как уборка, ну, я не поняли. Знаю. Все. Рассказывай всю свою жизнь, Саша. Саша? Так, как дела? Что делаешь? Ты арчиришь, рисуешь? Как ты там сидишь? Как... Ну вот, отвечай! Ну так отвечай на это, как она быстро пишет, охренеть. Увлажняем лицо. Три человека, это Карина, ну отвечай. Ну ты отвечай. Чего он? Хорошо. Так, как дела? Дела супер. Нет, дела говно. Ты обгорела. Дела ужасно, я обгорела, и у меня все болит. Так, что делать? Сейчас буду запускать Sims, а так рисую. Так. Творчеришь? Да, творчерю. Рисуешь? Да, рисую. А как ты там сидишь? Как сидится? Хорошо, удобно. Как погода? Супер. Я ответила. Нет, ты. А кто? Сгорела я была на стуколовой балке. Там ни теньков, ничего нет. Что не ты? Не знаю. Как ты сказала? Где сгорела? Саша, типа, не ты, а кто? Типа, Саша, это я задавала тебе.
Ну, короче, сгорела там, получается, плавала в горе, когда плавала, загорела. Потом, когда отдыхала, лежала, тоже сгорела. Ну, короче, сильно много на солнце была, и вот сгорела прям жестоко. Сгорело все, что только могло сгореть. Ну, хорошо, там... Ну, там вроде... Саш, спасибо. Там вроде хорошо, но там бар... Там есть бар небольшой, ну там только с понедельника завезут мороженое, там, там вообще все продают с этого понедельника, да. Там, когда я была вчера, продавалась только обычная вода холодная, и, ну, сладенькая и обычная, и все. А с понедельника они сказали, что все завезут, типа мороженое там и разные, алкогольные напитки, ну там алкогольных сильно не будет, там, ну что. Энергетики, может, будут, не знаю. Сетро всякое. Ну, сетро там было фанта только. Получается, ну, скажешь, типа, что завезут, то... Сказать, что завезут потом туда. Все. Там можно арендовать зонтик, там можно арендовать беседку. Дорого? Нет, Катя со мной не ездила. Беседка 100 рублей час. И, ну, там беседка прикольная, хорошая. И 500 рублей целый день. Вода там, вот мы приехали в 11, там было мало людей. Ну, приличненько так уже. Вода была такая, но там в чем минус, если на Ванухина вода голубая, то там она зеленая. Даже когда ее не сбаламутят, просто она зеленая. Вот. Там глубина небольшая, там на дне, получается, ты же когда ходишь, там есть камни, поэтому ты наступаешь на камушки эти. Ну, вода, знаешь, так не противная зеленая, такая, фу, как в болоте, такая, ну, более-менее, ну, нормально. У меня в Инстаграме, я могу в ВК выложить фотку, какая там вода у меня есть, фоточка. Загрузка, да? Я забыла, о чем говорила. А, ну там так, глубина есть где-то 2 метра, не сильно. Ты говорила о фотке в контакте. Да, сейчас. Потом там есть небольшой пирсик, ну как сказать, тропиночка небольшая по воде получается, чтобы оттуда прыгают. Ну там тоже там... Прикольно. Ну то просто, знаешь, если на Волохина там со скал прыгаешь, там с какой-то там так. Дарина, вода такая, как у меня на Ай. Что? А, да хрен его знает. Я не видела твою аву. Ну, я ее видела, но я уже не помню. Потом там что там. Ну, тут прыгают многие, да, там и сальтухи пытаются делать. Ну, короче, там есть... А, там поставили еще самодельную ручную работу, типа, чтобы играть в волейбол. Сетку поставили, но мяча там нет. Поэтому мяч надо брать с собой. Так, там можно поиграть в волейбол. Не хочу танцевать сегодня. У меня настроения нет. Пусть я занимаюсь танцами. Музыки нет. О, отмазалась. Испортила солнце. Я обгорела. Саша, тихо. Какая музыка? Ты о чем? Она не заводит, она не прет. Так, продолжаем разговор за ступоком. Что я еще не рассказала? Кать, потанцуй. А, Кать, пой, чтобы я потанцевала. Я не умею. Вы хотите, чтобы у вас кровь с ушей из глаз потекла?
Не надо лучше, я берегу вас. Я высокая, у меня где-то 1,75 м, 1,70 м рост. Ну, короче, я высокенькая. Ну, вообще хочу на Волнухина съездить, там говорят, прикольно. У меня в Инстаграме есть фоточка этого. Не хочу сказать. Ну там такое. Потом, когда набежало много людей, уже под конец тоже начала да, такая не очень. Там самое противное, что там вот эти. Ну это везде, конечно, там вот эта муляка, это фу, это было. Ненавижу ее. Она маленькая. Волнухина, даже по видео я увидела, что намного больше, чем Стуколова балка. Чем Стуколова балка, намного больше. Даже в ширину она больше, и в длину она во все больше. Так, обязательно съезди, мне очень понравилось. Съезжу, постараюсь. У нас муляки нет. Охренеть, вам повезло, я ненавижу, я такая противная, такая... Так, 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 песочек, песочек, ну повезло. А она... Господи, все, поехала крыша. На Волнухина там тоже муляк или песок? Рисовать, молодец, Саша, рисуй. Развивайся. Фу, блин. Я просто, если сейчас выйду из трансляции, чтобы выложить фотку быстренько, либо тебе в личку скинуть, то сейчас очень будет плохая трансляция, она зависнет немножко. Но если вы готовы потерпеть, я стянусь. Давай, Саш, удачно тебе там поплавать, если ты плавать идешь. А что ты сюда вечером идешь купаться? Жарко. Так ты не загоришь так. Вообще, первый раз, это ж я первый раз за этот месяц, за лето это ездила на речку, поэтому и обгорела. В следующий раз уже буду не обгорать, а загорать. Ну, первый раз ты будешь, как я, мучиться, а потом ты будешь... Зато приедешь красивая потом. Сгораешь быстро, ну не знаю как быстро, но я там была с 10:30, то я уже там была до 3, где-то 3:30, где-то так, и вот загорела. Ну, Стуколка намного меньше, не знаю. Но мне уж тоже не нравится, хочу съездить. Ну что, я приехала сметана, белая вся. И ни разу до этого не загорала в этом году. Так я загораю каждый год. Если в том году я раньше часик пол была на речке, так вот искупаться, чтобы... Слегка загорала, а потом как поехала в... Куда я поехала? Нет. В Седово. Да, мне уже загорела нормально, потому что была чуть подзагорелой. Моя подруга, она вообще не загорала, и вот сгорела еще хуже меня тогда. Ну, кожа чувствительная. Yes.
жарко. А, точно, всем он дует туда, Дари. Ну, хочешь, я его включу, чтобы он хватился? Не надо. Не, так было хорошо. Я тут. Два человека, это кто? Это Крин и... Он. Перепугалась. Фотография какая-то, новая запись. Не знаю. Карма. Сонечка спит, она устала. Моя девочка. Сонечка. Я уже заколебалась, давай. Что рисуешь? Я не рисую, я разукрашиваю. Антистресс. Такой вот узорчики. Захотелось мне разукрасить все в двух цветах. А рисую я в другом блокноте. Опять вставать. Сонь, прости, но ты не будешь у меня на ручках спать. На ручках. Именно рисую. Да, антистресс, нервы успокаивают. Полезная вещь, конечно. У нас их так мало осталось. Рисую я в этой фигне. Это блокнотик. Это называется скетчбук. Скетчбук? А, они все равно не помню. В котором чистые листы, ни клеточек, ни линий, ничего. У меня тут уже есть рисуночки, их много. Не покажу, если не захотите. Я плохо рисую. Или сильно скромная. Не, я просто плохо рисую. Особенно вот это. Где только покажи. У меня тут такие переходы страшные, доброты. Они вообще не переходы. Они мне вообще не по... Вообще не получились. Ни хрена не получились. Мне вот это нравится, потеки и все. Так, что пишет? Танцуешь хорошо, если сказать больше. Спасибо. Рисую плохо, но рисую для себя. Насколько он зарядился? Катя пойдет 70%. Она дает. Сейчас, подожди. Надо поставить телефон мой на заряд. Ну блин, им так неудобно. Ну ладно. Поставила лампу.
Ты бы ложишь его сюда. Вентилятор. Садись. Ты должна быть вместо вентилятора. Место? Место. Я его не Там сим. Я в детстве пахала кота вентилятором. Не стоит, вот что происходит. Ура! Я потеряла карандаш. А, вот он. Скетчбук. Кстати, надо мне что-то новое нарисовать. Последнее, что я в нем рисовала. Вот это мне больше всего нравится, что я нарисовала. Единственное, что могу показать, это что на более-менее не получилось. Ты вот это, типа, хочешь нарисовать? Ну, нет. Мне нравится то, что я набираю. Вот это, вот это, вот это. Это не нравится, это не нравится. И вот это. И вот что я последнее нарисовала. Это мой последний рисунок. Он тоже такой не подсоединяет. Я просто, знаешь, в последнее время рисую такое несложное, чтобы расслабиться больше. Лучше я последнюю нарисовала. Кать. Упоротый немножко. Надо вот это дудлингом раскрасить. Вот эти я тоже не дорисовала. Вот только вот это я нарисовала, но он мне больше всех нравится. Это мне больше нравится. Это типа небо, а это типа вода, и это типа айсберг или что-то типа. И он типа снаружи маленький, внизу. Мне вот это больше всех нравится. Смотрите, мне вот это, а надпись мне вот это Just Be You, мне что-то не очень получилось. Там, короче, типа надписи всякие. Ты тата. Критика — это когда критик объясняет автору, как делал. Какую пробежку я не пойду сегодня, если не плохо чувствую? У нас сегодня рядом. Неплохо. Угу. А и тут переход в Best Friends на Е не получился. Сейчас у нас эстетический момент. Можно красным. А здесь груша, непонятно, что с ней. Можно красным объяснить календаре, когда я заканчиваю рисунок. А здесь должна быть цитата. Здесь должна быть цитата. Я впервые пытаюсь доделать рисунок. Где он? Вот это мне еще take me. Away. Я не знаю английский. Take me away. Как переводится? Забери меня отсюда. Я сейчас этот перевод написала. Переводчик помочь. Продолжаем разукрашивать. Катя, загрузилась, аллилуйя. Пойдем себе сделаю показ по нашему дому. А чего она в спортивной одежде, я не пойму. Это чипсы. Он не зарядился. Вот почему именно на твоей, на нашей семье она так жутко лагает? А где наш дом? Рита. Я тоже хочу так по водичке поразмывать. Ой. Что? Это гавка. Мы уже дома. Закончим трансляцию. Все, ребят, давайте. Я уже устала из трансляции. Всем пока.
Мамочка. Если будет желание, на следующий выходной сегодня... Нет желания следующих выходных съездить на этом. И ничего не надо прилагать. Пока! Как же оно все виснет. А! Пока! Бам-бам.